Три минуты на все про все. Готовы ли вы? Что случилось? Нет, приготовились. Три, готовы. Два, один. Поехали! Ну быстрее, а то держать долго тяжело. Кормящая мать. Две кормящие матери. Мишка. С синусоидой. Просто такой вот косолапый. Косолапый. Косолапый Мишка. Следующее слово. Они думают, будет смешно. Ай, коловорот для вскрытия льда. Нет. Штопор. Ну, что-нибудь. Штопор. Удочка. Штопор. Нет. Тянучка. Я не могу. Подождите, дайте Игра отойти. В городки, может быть, нет? Нет. Две игры в городки. Дальше давай. Следующее слово. Дальше. Чего греха таить? Из Вьетнама приехал Сергей Фролов. Да-да-да. Нет, возможно, что-то вьетнамское. Нет? Сергей, пожалуйста, подышите чуть-чуть. Обязательно подышу. Ну что вы думаете, что я такой голос умею изображать? Это... Понятно. Следующее, следующее слово. Гейша. Следующее слово пошло. Часы, но очень крутые. Да. Может, посмотрим. Отличный газ! Дальше. Веди себя прилично. Мы же не команда победителей. Ну, хорошо. Итак, пожалуйста, угадывайте. Итак, мы укладываемся. Часовщик. Ювелир. Слепой часовщик. Ну, окулист. Дурак окулист. Зубной техник. Техник зубной, нет? Ой, искатель. Археолог. Что вы мне показываете, Пушной? Этот человек, держащий лупу. Луподержатель. Следующее слово. Да, луподержатель. Срочно подогреться. Итак. Девочка-припевочка. Ай, это очень просто. Браво, Михаил. Миша Шакс. Не три лоб, лучше пальцами показывай. Следующее слово. Да уж. Я знаю, там следующее слово. Откуда вы все знаете, Сережа? Угадывайте, ребята, у вас количество слов тоже важно. Да я знаю. Значит, что-то в руку. Семечки. Золото. Что? Собиратель. Этот, ой, и дышишь, и отвечаешь уже. А мне просто следующее слово. За что такое наказание? Отличный газ. Что-нибудь, что-нибудь покажи. Хоть так вот, хоть так. Женщина с рогами. Сергей, остановитесь уже. Больше не надо вам, мне кажется. Ты молодец, Катя, в любом случае. Ну что ж, очень разная реакция на газ у людей, да? Зарплату